Да, блядь, для истории останется. Ой, матюкнулся даже нечаянно. Тоже для истории. Да, для истории тоже. Так, ну сюда мы потом поднимемся, наверное. Так, слева тоже, видимо, какая-то. А слева вниз. Вниз в погреб. Ну что, наверное, пошли сначала в погреб. Или как это по-церковному называется. Да тут направо-налево. Ну, темнота. Да. Какие-то лампочки есть. Какие-то катакомбы. Ну а что? Вообще-то молодцы. На славу потрудились. Здесь, наверное, хранилище Кагора. Будет. Здесь Кагор будут хранить. Но обратно идем. Хватило бы только места в этом телефоне. Но здесь, вот как в старых советских кинотеатрах, вход, выход. О, да тут заблудиться можно в этой церкви. Так, ну там мы, кажется, только что были. Здесь вот что-то, еще электрощит, это, наверное, теплоузел, трубы тут всякие. Да, ну ладно, здесь вот винтовая лестница наверх, мы ее потом попробуем сверху щелкнуть. Так, идем назад. Вот, здесь мы спускались. Вот, идем наверх. Это церковь Балдырайская. Полное название потом скажу и напишу. Так, вот это вход был в церковь, через который мы вошли. Вот. И вот теперь мы заходим в центральный зал. Колонный зал. Там, наверное, иконостас будет. Сразу же панорамную сделаем. Над нами какой-то балкончик. Там наверху. Ну вот на балкончик надо забраться. И вот опять, как мы вошли. Так, не знаю. Оператор из меня, конечно же, никудышный. Но, как говорится, хоть что-то при помощи современной техники. Вот, а вот еще сейчас немножко не до самого верха снимаю. Сейчас вот пойду круг. Вот. Вот сейчас опять иконостас. Спиной к входу стою. Вот. И сейчас пойдем под самый купол. Вот. Вот. Купол и по кругу окошки. Не совсем я по центру тут стою, но примерно поняли. Вот, боженька, посмотри, мы видим тебя. Так, и вот опять спиной к иконостасу. Я надеюсь, там будет иконостас. И лицом к выходу. И сейчас пойдем и заберемся наверх.